Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород» Барнаул. Сейчас речь пойдет о пажитнике. В этом сезоне выращиваю пажитника две грядки, побольше. Очень он мне понравился для приготовления чая. Использую свои семена и посеял вот две таких грядочки. К слову сказать, семена пажитника еще остались. Выглядят они следующим образом. Довольно много их еще осталось. Можно даже и чай еще заварить. Пажитник на грядках к этому времени, благодаря не в последнюю очередь жаркой погоде, пора уже убирать. Если этого не сделать, то стручки начнут раскрываться и семена пажитника начнут высыпаться. В этот раз, как и раньше, пажитник убираю вместе с листьями, со стеблями. Просто срезаю ножницами, примерно следующим образом, и размещаю его в коробке. В коробках пажитник полежит и будет дозариваться на чердаке недели 2-3, а можно и дольше. И в свободное время, когда он просохнет уже очень и очень хорошо, можно будет обмолотить и извлечь семена. Делать это довольно просто, и семян получается достаточное количество. Прошлый сезон была одна грядочка, а в этот раз гораздо больше. Надеюсь, пажитника хватит использовать для чая на всю зиму. Ну а срок уборки пажитника, повторюсь, выбираю очень просто. Как только начали подсыхать стручки в значительной части, значит, пора и убирать. Кратко напомню, что пажитник был посеян на эти грядки сухими семенами, благодаря теплой погоде весной, еще в конце апреля. С тех пор рос безо всяких хлопот, зашел нормально, его не прореживал, не подкармливал, только на первом этапе развития делал регулярные поливы, ну примерно раз в неделю. Пажитник довольно неприхотливая культура, поэтому здесь можно обойтись безо всяких ухищрений. Для выращивания использовалась смесь семян пажитника двух сортов, гурман и шамбала. Поэтому трудно сказать, что сейчас здесь выросло. Но, как бы то ни было, это пажитник довольно неплохой. Весь урожай пажитника разместился вот в двух таких коробках. Посмотрим, сколько потом получится семян. Ну, правда, стручков в этом сезоне не очень много. И, видимо, из-за жары они не очень крупные. Но, как бы то ни было, урожай пажитника есть. И это очень хорошо. А на освободившееся место после пажитника можно разместить какие-нибудь другие культуры. Поскольку лето еще только-только перевалило за середину, многие растения успеют вырасти и дать урожай. Можно также посеять здесь и сидераты. И в конце пожелаю всем огородникам попробовать вырастить эту культуру. Делать это довольно просто. В конце пожелаю всем хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.